Па-п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 а. Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей, а это очередной, что такое? Здорово. Очередной киноигровой фильмоэпизод под названием The Shape Shifting Detective. Я не знаю, что такое shape shifting, но смысл этой игры в том, что мы можем играть сразу за несколько персонажей, за детектива, за убийцу, за жертву, за всех кого угодно и смотреть на все события с разных сторон. Сразу по поводу комплекса, что это там такое, это дурак мне этот показ, не показывает тут вот это вот. Сразу по поводу комплекса сразу скажу, что я не захотел перепроходить там на другие концовки, потому что игра на самом деле по сюжету весьма... Что происходит-то, ёптема? И сама игра по сюжету весьма-весьма предсказуемо скучна, и поэтому не будет других концовок. А вот на этом мы посмотрим, у этого очень положительные отзывы в Стиме, поэтому давайте глянем, что тут такого и почему вдруг. Возможно, из-за того, что сейчас показывали, но как бы это не... Это что такое-то? Это вот не надо мне вот этого показывать здесь. Так, The Aveki Studios представляет нам игру под названием Форма, Shift и Детектив. Эта игра вышла давненько, ну а я уже говорил в комплексе о том, что... Да. Ага. Замечательно. А есть субтитры там в игре были, нет? Секунду, алло, ты чего? Субтитры выкал в кыл, алло. Что? Miss Shaw's body was discovered last night. Chief DuPont is calling the crime a violent and despicable act. Anyone with information about the murder is urged to get in touch via the department's confidential tip hotline. It's horrible, Poe. Короче, здесь идет, я так понимаю, то ли интервью, то ли репортаж о том, что было найдено тело, совершено убийство, об убийце никакой информации нет и все такое. Окей. Режиссер Тим Коулс. Ты должен научиться держать язык за зубами. Я что ли? Сэм? Сэм, что такое? Я Сэм? Так, удалить реплику или кто ты? Ты кто? Exactly. Именно. Rewind. Перемотка. Че? Какая, блядь, перемотка. Сейчас вообще не понял, что происходит-то. The Shape Shifting Detective. Я не понимаю, что на фоне это либо краска какая-то. Вы слышите, слушаете Радио Август, что ли? It's 5 o'clock, and I'm Alice Monroe with your August update. 5 часов, время, ее зовут Элис, и это пятидневные новости, судя по всему. Она то же самое говорит, что прошлой ночью было найдено тело. Какой-то там вообще стрёмный акт. Убийца там кого-то потрогал конфиденциально. На самом деле так и есть, говорит с ней ведущий, соглашается с ней. Окей, я так понимаю, надеюсь, по крайней мере, что хотя бы, что только здесь не будет вот это вот... периода всего, все остальное будет. Как это работает? В смысле? Подожди. Ты должен научиться держать язык за зубами. В смысле не пиздеть совершенно совсем, что ли, товарищ в шляпе? Ну окей, давай, я не буду говорить. Удалить. Молчание сохраню, да? Кто ты? Удалить. Окей. You know why you're here. Ты знаешь, зачем ты здесь. Не так ли? Без понятия. Сильный молчун. Еба, спасибо. Мертвая девушка. And this. И еще. What? О чем exactly именно ты думал? You have one У тебя job. Только одна задача. Don't Не попадись. Сможешь сделать так time? В этот раз? Да, смогу. Я убийца, что ли? Это риторический вопрос. Ты отправляешься в город под названием Август. Найди начальника Дюпона. Он подумает, что ты кто-то другой. Этот человек. Вот, кто ты теперь. Понятно? Да, ты ебался на меня. Отлично.
Такой настойчивый мужчина. Что тебе надо отметить? Если кто-то заметит, что ты другой, you'll be deprecated. Ты будешь осужден. Deprecated. Осужден. Нихуя. Осуждаем, бля, без этого нормально. Мы ожидаем, что ты будешь использовать свои способности. Просто не попадайся. И никогда не превращайся в ребенка. К более ярких новостях жительница Августа Мия Фрейдж празднует возвращение своего пропавшего пса Барли. Так, мы за пса что будем играть? Восьмимесячного щенка Бассет Хаунда нашли возле куриц и Рэббер Дэрила. 5 часов с Пой и Мунро. Я Виолетта. Добро пожаловать в гостиницу. Здесь есть несколько правил. В частности, в гостинице ходить без обуви. Ковры бесценны. А теперь как долго вы намереваетесь оставаться здесь? Ну сколько надо, столько и посижу, мать, что за вопрос? А чё такая дешевая игра-то, в смысле? Или это специальность? Ну могли бы, как я не знаю, там зациклить, что ли, её вот это вот сидела бы, она там... А как долго будет оставаться? Что трудно, блядь, сделать вот эту херню, что чё мне за статичные картинки-то смотреть? Иди, твой. Сколько надо? Только... Yes. Да, начальник сказал, что это может быть надолго. Я вижу, что вы не против запачкать руки. У нас не было много посетителей в последнее время. Возможно, убийство приведет несколько туристов. А, так ты вообще в курсах, что мы тут будем мутить грязь какую-то, что ли, да? Серьезно? Ты чё, айбан? Ха-ха, ты что, там совсем. Так, это какая была минута? Сейчас 7-я минута, там надо внизу кое-что замылить, если чё, прям чуть-чуть. Сейчас здесь только вы и несколько кого-то там. Тут смертельная тишина. Убийство? Я убиваю, да? Сейчас надо сообразить, короче, кто мы. Вначале был мужик в шляпе, который начальство. Мы играем за кого-то, кто должен кого-то убить, потому что в прошлый раз я уже кого-то убил, но меня поймали, и поэтому, типа, не нужно было допускать этого в этот раз, потому что начальник может перематывать время. Что, блядь? А это рыжая баба, которая сидит и торгует гостиницей. Окей. Yes, the murder. Да, убийство. Вы еще не говорили с начальником, не так ли? Да, наговорил с каким-то мужиком в шляпе. Если он начальник, то да. Начальник Дюпон. Он тот, кто забронировал номер для вас. Вы выглядите потерянно. Вероятно, вы должны пойти и поговорить с начальником. Ваша комната находится прямо по коридору. Последняя слева. Начальник сказал, что так вам будет лучше. Что-то там с задним двором связано, я не успею. Уже заканчиваю. Так, предсказание вы предсказали выше мне, да? Вы не верите? Нет. Это нормально. Иногда жизнь — это просто поток совпадений. Привет, я Бронвин. Приятно познакомиться, я Сэм. Приятно познакомиться. Хочешь почитать? Давай почитаю. Что читать? Карты будем читать? Итак, какой твой вопрос, Сэм? Ты виновна в смысле, в чё выиграю? Так, я не понял. Сейчас либо допрос, либо игра в карты. Окей, давайте в карты. Шут. Я буду видеть тебя чаще, не так ли, Сэм? Наслаждайся путешествием. Но помни, не все можно выиграть. Я в первой комнате. Это прямо по коридору. Район, в какой комнате ты, Сэм? Последний слева, типа, ну окей. Хорошо, мы соседи. Ну, стучись, если я буду нужна. Ну ты каш, ты хаш, что хаш. Так, пойдемте себе комнату. Что-то по радио вообще субтитров никаких нет, это очень печально. По радио субтитры нужны бы, в принципе, бы. Так, хорошо, сейчас я немножко запутался. Какая-то баба Бровин, какая-то рыжая в гостинице, какой-то я Сэм, какое-то начальство, который Дюпон, который начальник полиции, который в курсе про убийство, чтобы поднять посещаемость отеля. Чё? В смысле? Подожди, нихуя не понял. Так, можно меня сейчас заблюет чуть-чуть? Можно так не выворачиваться больше? Можно просто, пожалуйста, сесть? Можно статичную картинку вернуть на место? Мне уже плохо. Это ебаные повороты, они некрасивые. Уйти, смена заблокирована. Какая нахуй смена заблокирована? Какая смена-то? В смысле?
Что? Какая смена? Настроить радио, допустим. Выключить. Все, не пизди. Уйти. Остановить такси? Проведать начальника. Я что такое? О, хорошо, ты получил мое сообщение. Главный инспектор Дюпон. Я не был уверен, что ты придешь, но кажется, ты ищешь работу. Я Сэм. Да, ищу. Мы оба знаем, что это не так. Но мне это нравится. Сэм. Теперь это будет твоим прикрытием. И работа. Дара Дорота Шоу, 21. Опытная волончелистка. Задушена. Я знаю, кто это сделал, но мне нужны доказательства. Это тарологи. Какие, блядь, тарологи? Картишка, картишничики? Это вот это сидел, который бабушка с шутом? Так, Дорота Шоу, Дорота Шоу, ну, допустим. Yes. Да. Держись, Сэм. Это девушка, которую убили. А почему тарологи ее убили? Да потому что они предсказали убийство. Старшая, Бронвин, она пришла ко мне в офис вчера ночью и несла какой-то бред и сказала, что Дорота в опасности. Я делал все возможное, чтобы не потерять, не утерять. Чего так быстро-то? Она что, безумная? Все это казалось мне безумным. Таро, мир духов, карт, которые двигаются, многомерная штуковина. Честно сказать, я подумал, что она курит что-то. Ну, не воспринимает все всерьез. Не воспринимал ее всерьез. Так, а что она не в тюрьме-то, если она курит и если она убийство предсказывает? Ну, потому что так. У меня нет достаточно доказательств, что она это сделала. Поэтому на свободе. Проживание в гостинице не бесплатное. Мне нужно, чтобы ты занялся этим делом и докладывал мне. Узнай обо всем изнутри, сможешь? Смогу. Я не понял, я убийца, блядь, или кто я? Ну, если я... Да, давуй. Ладно. Я скажу всем, что тебя наняли шоу, потому что местные правоохранительные органы либо слишком некомпетентны, либо слишком перегружены работой. У тебя есть разрешение, чтобы говорить с людьми, но... Только условно, не трогай людей. Не раздражай их. У тебя нет реальных полномочий, понимаешь? Но если ты поможешь мне, я помогу тебе. А с чем? Можно меня ввести немного в курс дела? Блин, знаешь, мне будет некомфортно, если я, блядь, половину игры не буду понимать, кто я. Можно мне объяснить просто, просто вот ты... А ты за... А, за... И вот это что? И я такой, окей, окей, а в чем? Мне нужно это говорить? Я заставлю исчезнуть твою проблему. Ну, или хотя бы закину ее на дно кучи документов. Какая проблема-то? Скажи нормальнее. Твой старый город. Проблемы? Найди меня, когда устроишься. Это твой второй шанс, Сэм. Не упусти его. Так, я ничего не понял. Так, это что, стереть ответ? Подожди, это я уже должен допрашивать мента, который, типа, главный здесь, вот этот вот Дюпон? Это я, типа, должен, да, вот это, полицейского допросить сейчас должен я или кого? Ну, окей, поехали. Что ты хочешь узнать? Она была виолончелисткой, отобранной для стипендии в Джулиарде. Это было в местной газете. Я больше фанат Бон Джови. Виолончелистка. Там вначале было неправильно, кстати, написано, когда ее представляли. Когда ее убили? Ну, не читаешь газеты? Вчера, понедельник, 9 числа, примерно 9 вечера, по словам Корнера. Мы получили звонок от матери около 10 вечера. Так, а у тебя у самого-то алиби-то есть, собак ты суту? А ты подожди, ты как держать язык за... Нет, подожди-ка. Если у меня алиби на прошлую ночь, у меня. Ладно. Я был здесь, и есть видеомониторы, где доказано. Спасибо, что вычеркнул меня, блядь, гений. Спасибо. Где убили Дорота? Почему Дорота? Дороти же имя-то, Дороти, почему Дороту? Давайте будем назвать ее Дороти, или Дорота есть имя. Я не знаю такое. Ладно, где убили Дороту? В ее спальне. Она была голая. Задушенная. Никаких признаков сексуальной активности любого рода. Это было странное зрелище. Было еще кое-что, но это только между нами. У Дороты была золотая монета во рту. Я серьезно, Сэм. Ни слова об этом. А об этом знает только убийца. Хорошо, ну теперь понятно, я просто не понимаю, ладно, отбросим типа кто мы, хуй бы с ним. Ладно, хорошо, а что ты можешь сказать мне вообще об этой Виолетте, которая... Виолетта это кто? Виолетта это хозяйка гостиницы рыжая, которая сидит, окей. Ну, родилась здесь, хозяйка местной гостиницы. Прекрасная дама. К чему ты клонишь, Сэм? Что она сказала тебе?
Ничего. Она говорила о том, что принимает таблетки, не так ли? Давай, я разберусь с Фиолеттой. Она никого не убивала. Так, а ты что знаешь на самом деле, собак? Ну, говори. Немного. Возможно, тебе следует заняться расследованием? Возможно, еще раз спросим. Немного. Возможно, тебе следует заняться расследованием? Немного. Возможно, тебе следует заняться расследованием? Ну, давай, допустим, займусь расследованием. Нихуя не понял. Так, посетить гостиницу. Это сделано не как кино, но типа вставки. Это даже, знаешь, это не full motion видео какое-то, это больше... Как это правильно назвать-то? Ну, короче, ты понял. Это не полностью кино, в котором просто нужно быстро выбирать. Это прям именно какой-то видео-квест, что ли, или как это правильно сказать-то? То есть здесь нет какой-то нервотрепки, не надо никуда спешить, нужно просто спокойно подумать. Так, проведать Виолетту, Бронвин, Рейна какого-то, Лекси, радио, идти все в комнату, остановить такси. То есть остановить такси имеется в виду поехать куда-то. Ну, мы давайте пойдем проведаем Бронвин, потому что проведать Виолетту. Хотя, давайте с самого начала начнем, пойдем по всем проведать все, что есть. Я полагаю, вы уже видели начальника Дюпона. Так, босиком ходит как положено, хорошо. Бляха, а чё, в смысле? А кто тут? Давайте спросим про... Нам нельзя же просто так взять и сейчас сразу на неё напирать и типа говорить, мать, блядь, кто убила, что такое, какого раза, и типа... Надо начать, ну, вот с этого. Сначала, типа, ты знала, кто другие гости. Ну, сразу давить на людей это нельзя, она скажет, тебя ебёт, что ли. Не совсем. Я уверен, что она была миленьким ягнёнком. Драгоценным ягненком? Чего? Да, ягненок. Молодой. Невинный. Хотя ягнят забивают, не так ли? Подожди, это уже попахивает каким-то сатанизмом. Типа у него во рту нашли монету. Это говорит про ягнят. Ягнят забивают и суют им в голову монеты. Ну все понятно, она убийца. Тут ясно, с первого раза. Хорошенькая, да. Это хорошее описание. На самом деле, я думала, что она была чуток шлюха, если честно. Почему она была шлюхой-то? Ну, извини. Я сплетничаю. Я не хочу плохо говорить о мертвых. Спроси ее парня. А где ее парень? Оскар живет в Викаре, рядом с церковью. Не говори ему, что я тебе сказал навестить его. Я уверена, что ему уже надоели посетители. Ладно, а кто другие гости? Ну, они тарологи. Я думаю попросить их уйти. А зачем? Чё это вдруг-то? Ну, потому что они могли кого-то убить. Это не очень хорошо для моей репутации, не так ли? Оставать Виолетты в доме убийцы, бродяг. А кто бродяги-то? Я бродяг, что ли? Я следователь, мать, охерела, что ли? Извините, это унизительное слово, не так ли? Но странные люди, кажется, тяготеют к этой гостинице, Сэм. Я думаю поменять знак. Бля, какая-то странная. Ну, давайте не будем на нее налегать. Окей, мы все узнали. Я не просто не хочу вот это спрашивать. Типа, что вы делали прошлой ночью? А, подожди, она же знает, что я, типа, к начальнику ходил Дюпон. Она, наверное, знает, что я, типа, я тоже... Да, ну, давай спросим. Это самое странное. Я, честно говоря, не помню. Но я думаю, что я была здесь или где-то покупала продукты. А ты когда-нибудь бывала дома у Дороты? Я проезжала мимо. На самом деле, никогда там не была. А Дюпон сказал, что ты принимаешь таблетки. Зачем? Я принимаю клозапин. Я думаю, что они о беспокойстве. Я очень взволнованный человек. Клозапин, он от шизофрении, не так ли? Да я не знаю, доктор Сэм, расскажи-ка мне. Я, бля, вообще тоже не в курсах, если честно, мать. Я позапин этот не пью. Так, ну ладно, Виолетту мы проведали. Проведать Бронвин, остановить такси, поехать... Давайте сначала пойдем к тарологичке, это и самое главное. Сэм, это ты. Я чувствую, что ты здесь не для чтения. Так, у меня есть несколько вопросов, а потом начнем спрашивать. Начальник Дюпон думает, что это я сделал. Но я надеюсь, что ты переубедишь его.
Так, а зачем мне это делать? Все, что я прошу, это чтобы ты копал намного глубже. Я не причастна к смерти Дороты. Так, а как ты предсказал, кроме того, что предсказал ее убийство? Мы увидели опасность в картах и попытались ее остановить. Поверь мне, Сэм, мы в одной команде. А как ты предсказал ее убийство? Мы видели это в карточках. Не картинки. Чувства, впечатления. Таро очень могущественны. Так, а ты не можешь спросить у Таро, кто убийца? Чего это за кадр-то непонятно? Ты хочешь, что ты, блядь, что это за бред? Почему это все так замедленно? Не эти карты. Они только говорят нам только то, что они хотят. Что они хотят, чтобы мы знали. Так, хорошо, где-то была в 9 вечера, собака? В моей комнате, читаю. Я нашла древний любовный роман под кроватью. Я предполагаю, что это Виолетты, в нем только падающие в обморок героини и задумчивые вампирские казановы. Слава богу, Лекси спасла меня. Так, а Лекси спас. Лекси — это он. Ты не покидал свою комнату всю ночь? Нет, не совсем. Лекси вошла, и мы немного поболтали, но это все. Вошла или вошел? Объясни-ка мне, пожалуйста, кто в кого куда входил-то? Так, а ты считаешь Виолетту дрянной? Я сказала, что книга была дрянной. Посмотри на это место. Если говорить, что та гостиница, то гостиница Виолетта — противоположность дрянной. Ладно. Ну, допрос пока какой-то странный, если честно. Так, отходили Рейн. Кто такой Рейн? Мы не знаем. Лекси — это то, что к ней пришло. Надо узнать, какого оно... Алки. Привет, Сэм, не так ли? Заходи, чувствуй себя как дома. Микаса, Сесусаса, проходи. Так, ну-ка, ну, с самого начала. Давай просто как хотя бы поздороваться, представить. Ну, окей. Да я не знаю никого в этом городе, кроме Бронвин и Рейна. И Виолетты, и начальника, и теперь тебя. Извини, я немного нервничаю. А как ты узнал, что она умрет? На старые добрые гадания, ну, вроде того. Мы вытащили по одной карте и все вместе открыли их. Знаешь, какая самая опасная карта Таро? Белочка. Вы сделали свое исследование. Счастливая белка была расплывчатой, но не злой. Ты какая самая опасная карта-то? Пятерка мечей. По крайней мере, я так думаю. Нет никого более опасного, чем тот, кто берет все, что хочет, независимо от цены. Ты вытянул пятерку мечей для Дороты? Да, я. У Рейна был рыцарь жезлов, это Дорота, а у Бронвин десятка мечей. Ну и дальше вы знаете. Ну, в общем, мечи плохие. Я нихуя не понял. Кто-то вытащил Дороту, кто-то 10 мечей, кто-то 5, блядь, все кого-то потыкали, кого-то перетыкали. А как вы поняли? Почему вообще на нее гадали-то, я не понял. Она с вами была. Так, а ты давно знакома с Бронвин? Она как моя старшая сестра. Так что довольно хорошо. А почему она убила Дороту? Нихуя вопрос прям, блядь. Нет. Так, зачем вы сюда приехали вообще? Карты сказали нам. Ну, карты и Рейн. Таро дает нам приблизительное направление и сужает его с помощью некоторых астрологических загадок. Но он в основном ходячий из исторической библиотеки, и если это звучит скучно, позвольте мне заверить вас, это так. А нахуй ты этим занимаешься? А вы делаете то, что вам прикажут карты? Нет. Ну, да, ну. Ну, нет. Да у нас есть работа. Какая, блядь? Я не говорила работа, я сказала сода. Какая нахуй сода? Так, а я могу на Enter выбирать, хорошо. Ну, хорошо, мы делаем... крем-соду. Ну, сода. И в зависимости от цвета этого напитка мы получаем разные ответы на вопросы. Я знаю, что ты врешь, и знаю, что в этой игре очень сильно не хватает запятых. Нет, не можешь. Я знаю, что ты врешь, нет, не можешь. Чего? Что ты делал прошлой ночью, блядь? Я была в своей комнате всю ночь с Бронвин. Мы красили ногти. Это пизда больно. Ясно, понятно, Бронвин была, если честно. Не понял, подожди, а где она была-то? Ну-ка, дай ногти, посмотри. Нет, ну то есть, да. Я уже смыл лак. Так, что-то это не говорит, я что-то запутался. Та сказала, что она сидела у себя, потом ее эта баба спасла от скуки. То есть она пришла за ней, притащила ее сюда, и они типа в натуре сидели здесь всю ночь. Так что ли? Не понял. Как хорошо, что радио не работает, блядь, там ничего полезного не говорят. Так, ладно, Рейн, мы не знаем, кто это.
Лекси мы проведали, этих... Поехали, наверное, сходим к чуваку этому. Вот, какого начальника-то, иди твою мать? Гостиницу обратно. Хорошо, если это не... Да, окей, давайте последнего проверим, я не знаю, кто это просто. Рейн, ты должен быть новый гость. Или ты грабишь нас? I'm Rain, by the way. Кстати, я Рейн. Это начальник их, который самый главный вот среди тарологов, да? Я Сэм, окей. Pleased to meet you, Sam. Приятно познакомиться, Сэм. Enjoy your stay. Приятного пребывания. Кстати, горячую воду отключают в 9. Так что с этого момента холодный душ. Это действительно беспокоит меня. Так, а что ты знаешь о Дороти? Я не знал ее. Я знаю, что ее звали Дорота Шоу. Она была молода, рыжие волосы, талантливый музыкант, да? А кто следующая жертва? Следующая жертва? Оу, минутку. Мы даже не знаем, будет ли следующая жертва или нет. Мы скоро проведем еще одно групповое чтение, и тогда мы узнаем. Блять, это сатанисты ебаные. Как вы предсказали убийство? Мы сделали чтение. Групповое чтение, на самом деле. С особенной колодой Таро. А что такое-то вообще? Ну, трое из нас собираются вместе и читают одни и те же карты. Бронвин говорит, что это делает все это сильнее и могущественнее, или что-то в этом роде. Но я уверен, что получу те же ответы самостоятельно. Так, ну-ка расскажи-ка мне про эти карты. Я ничего не понял вообще, откуда они взялись-то. Меркурий? Но он не совсем отсюда. С обычной колодой Таро у тебя возникают вопросы, и ты будешь их задавать. Меркурий же дает тебе вопросы и ответы. Карты как будто сами по себе меняются. Это особенная колода. А я могу их посмотреть, потрогать, там, я не знаю, облизать хотя бы, блядь. У меня ее сейчас нет, она у Бронвин. Окей. Так, а что ты делала, мадам, прошлой ночью? Я был у себя в комнате. Молился. Я не верю в Бога, но я молился. Не сработало. Действительно. А во что ты веришь, если ты молился-то кому? Зачем вообще? С какой целью-то, блядь? Типа, я, ебать, Бога не верю, но, о, Господи, ебать, надо спасти, кого-то сохрани. Да и я ни во что не верю. Но я также считаю, что все возможно, так что... Это загадка. Пизда, эти тарологи, они ебалологи какие-то, у них ясно, понятно, с ними не то. Так, ну-ка пойдем оближем колоду маленько. А, ну-ка, Меркурий, дай-ка мне, нет, потрогать-то. Меркурий? Sure. Конечно. Я просто достану ее. Это как бы кощунственно просто раскрывать ее, чтобы показать тебе. На самом деле она не отвечает на вопросы, а она их задает. Ты хочешь, чтобы она задала тебе вопросы? Ну, пусть задаст. Она хочет знать, доволен ли ты тем, кем ты являешься сейчас. Нет, я, блядь, не понимаю, кто я, поэтому нет, недоволен. Меркурий согласен с тобой. Приятно, что ты честен со мной. И с собой. А так это дай мне их пощупать-то, или типа... Раньше, короче, хуйня была, когда покупали гадальные карты в детстве. Говорили, что типа, если ты гадальные карты купил, то только твои. Как только твои гадальные карты потрогают кто-нибудь другой, то гадальные карты перестанут тебе гадать, и вообще они отпортятся, испортятся вообще-то хуета. Просто странная бумага будет, смывай ее в унитаз. Как-то так. Возможно, и просто мне нельзя трогать, поэтому мне не дает, я не знаю. Ну, 100% говорю, всегда, если гадальные карты покупаешь, их нельзя было трогать никому. Так, ладно, поднимите себя в комнату, ну, по типу, по сути-то. Или подожди-ка, поехали к начальнику, скажем, мы всех опросили, нихуя не поняли. Начальник, объясним, кто... Уже 66 часов, а вы слушаете радио Агус. Полиция расследующего убийства Дороти Шоу обращается к сообществу с просьбой помочь поймать ее убийцу. Тело 21-летней мисс Шоу, опытной виолончелистки, было найдено в ее доме вчера вечером. Полиция описывает убийство как насильственный и подлый акт. Мунро? Это просто ужасно. Между тем, из-за уважения к жертве ее семье, фестиваль тюльпанов в эти выходные был отложен. Новые даты будут объявлены в ближайшее время, так что следите за обновлениями на радио Август. Я слышал, что Дорота Шоу должна была сыграть на фестиваль тюльпанов? На самом деле, я понимаю, почему они хотели бы отложить это.
Сегодня вечером погода будет в основном сухой и теплой. Но следите за темными облаками на горизонте, так как там могут быть рассеянные дожди. Лучше возьмите зонтик, Монро, чтобы не промокнуть. Мне нравится промокать. Ох уж эти, как их... Ох уж вот эти вот... Как понять следующий глава? В смысле, следующий... Подожди, а что там можете продолжить? Секунду. Провет начальник. Должен нам что-то рассказать ему. Здорово, начальник. Что вы знаете-то? Мне больно думать, что я даже был в списке. Я исключен, потому что у нас есть видеозапись моего пребывания на станции во время убийства. Рейн говорит, что он молился в то время один. Никто не подтверждает. Бронвин и Лекси утверждают, что были в одной комнате прошлой ночью. Жаль, что они не могут договориться друг с другом. Тарологи упомянули работу, но мы не знаем, какую. Виолетта говорит, что она ничего не помнит с прошлой ночи, и ты уже знаешь, что она не принимает таблетки. Возможно, это связано. Вот и все. Окей. Это все, типа, что ли? Я у всех спросил все, что мог? Давайте сейчас по ним пробежимся, чтобы понять, в чем смысл. Я кто вообще, блять? Почему в другом городе у меня проблемы, и почему я приехал сюда помогать с проблемами им? Ничего не понял. Здорово, Виолетта. Чё как? Чё как? А, достанешься, понятно. Это... То есть, если ни у кого нет реплик, значит, мы закончили. Ну-ка, брови. Ясно, понятно. Они все, они просто, вот ты заходишь к ним, они такие... А что ты пришел? А что тебе надо? Да. Я все тебе сказала. Да не паникуй, ты иди помолись еще разочек. Бля, смотри-ка, все в панике. Все в панике, все меня боятся. Так а я же должен был этот, как его? Вот это пиздит. Вот по ней видно, она прям не договаривает, она прям на ходу врет. На ходу сочиняет, сука такая. А, нам нужно проверить Оскара. Оскара звали мужика, которого с этой бабенкой, которую убили, там мутил. Так, ну пойдем себе комнату. Найти безопасное место для смены. Ты не супергерой. Не понял. Что это значит? Привет, я... Привет. Я начальник Дюпон. Это что такое? Что? Не понял. Я начальник Дюпон? Сейчас уже, что ли, сразу? Бля, за начальника Дюпона, ты понял? Гоняю, хорош. В смысле, как это работает-то? Кто знает, Клод, правильно ли ты принял решение или нет? Это что, озвучка? What were you doing last night? Бля, озвучка, а что такая игра кривая? Как Бронвин? Nice. Слишком приятно. Она хорошо скрывает свои следы, если ей есть что скрывать. Что я просил тебя сделать? Ты только что сказал мне сообщить тебе, если я замечу что-то подозрительное. Господи, Клод, ты слишком молод для того, чтобы сходить с ума. Что ты делала прошлой ночью? Клод, мы уже прошли через это. Я действительно не помню. Я проверял свой дневник, и там нет записи. Поэтому я была здесь, как всегда. Как ты можешь не помнить, Виолетта? Я не знаю. Это именно то, что я написала в своем заявлении. Не пытайся заставить меня противоречить самой себе. Он мне мигает, говорит, красава. Так, ну смотри, я так понимаю, что она страдает вот этой вот всей вот этой забывчивостью, и у нее есть дневник, то есть она понимает, что она не вспомнит завтра то, что... Ты что, раздеваешься, что ли? Подожди. То есть она понимает, что забудет то, что было с ней сейчас, поэтому она записывает все это в дневник. Соответственно, если записи в дневнике нет, значит, она никуда не ходила, значит, она была в гостинице, все логично. Окей. Так, мы сейчас за начальника проверяем всех. Ну-ка, поехали в Бровин. Начальник Дюпон, какой приятный сюрприз. По-моему, мы уже проходили через все это дважды, но если вы считаете, что я что-то скрываю... Кто ты на самом деле, Бронвин Касл? Вас это беспокоит, начальник Дюпон? Зная, что в этом мире есть вещи, которые не являются черными и белыми. Вы не знаете, как упереть меня за решетку, и это доставляет вам неудобства. Или, может быть, вы уже приняли решение? Почему вы не говорите мне, кто я по-вашему?
Ну ты мошенница, само собой. Потому что вот эти вот ваши все, блядь, гадания, картежники, ёбаные. Я никогда не попросила копейки ни у кого. Да? Тебе просто сами приносили. А так оно работает. Я никогда ни у кого ничего не прошу. Люди сами мне приносят. Ну это же стандартная хуй, блядь, ты слышишь, ты? Сидит она. А мы, получается, за всех-всех... Ой, пойдем к Рейну. Добрый вечер, начальник Дюпон. Семья Дороты, что Таро говорит о них? Я могу сделать чтение, если вы хотите. Так сделай, конечно, сиди тут, ебать. А ты чё в тапках, тупырь? Тебе сказали по гостинице вообще-то босиком. Они так концентрируют, короче, этот картинку на его тапках. Сука, ты в тапках здесь не ходи, это гостиница. Теплые, дешевые эти, дорогие персидские ковры, блядь. Это по-любому не просто так снят кадр. Это пятерка чаш. Это говорит о потере и борьбе с этой потерей. Я не думаю, что вам нужен таролог, чтобы растолковать это. Так, Бровин когда-нибудь был арестован? Бровин когда-нибудь была арестована? Это первое. Но с тех пор, как я ее встретил, она законопослушный, добрый персонаж. Если вы играли в Подземелье драконов. У Лекси были проблемы с полицией? Нет. Насколько мне известно. Она милая и невинная. Или вы еще не поняли это? Я нихуя не понял это. Бля, какая разнообразная игра. Ну-ка, пойдем к ней. Ой, главный инспектор, вы меня напугали. Что случилось? Что я сделала? Ну-ка, расскажи мне о Бронвин. Она водолей, ее любимый цвет зеленый. Что еще хотите знать? Она главная? Лидер? Это не культ. Она присматривает за мной и Рейном. Следит за тем, чтобы мы ели здоровую пищу, чистили зубы. Зачем вы приехали в август? Ну, не для личной жизни, не для ночной жизни, я могу сказать так. Карты сказали нам идти сюда. Я думаю, это можно назвать судьбой. Так, а вы знаете здесь кого-нибудь? Нет, я могу честно поклясться, что я не знаю никого из августанцев, пока мы не добрались сюда. А что ты делала прошлой ночью? Ничего такого, я имею в виду, ну, что я была здесь всю ночь. Скаутская честь Бронвин может поручиться за меня. Скаутская честь? Что такое? Что такое скаутская честь? Ну-ка скажите мне. Скаутская честь. Что такое? Есть скаут, у них есть честь. Логично. Так, иди. А, подожди. Остановить такси, куда могу съездить? Обратно в гостиницу. Окей. То есть мы сейчас все это дело посмотрели за товарища Дюпона. За милиционера. Так, ну-ка в комнату пойдемте. Окей, давайте посмотрим за нее. Hello. Привет. I'm Violet. Я Виолетта. I'm Violet. Я Виолетта. Окей. Бляха-муха, прикинь. О, нихуя как интересно. Так, проведать Бронвин. Виолетта, ты мне не доверяешь, не так ли? Это потому, что я читаю Таро? Почему ты не позволишь мне вытянуть карту для тебя? Ну, давай, давай, okay. Давай. Отлично. А о чем ты хочешь знать? Убийство. А вот давайте про убийство. А, давайте узнаем, что про Сэма думают, во-первых. Не понимаешь, какое убийство? Луна. Карта иллюзии и обмана. Она сияет. Но на самом деле это просто пыльный старый камень. Кажется, что наш друг-детектив нечто большее, чем кажется на первый взгляд. А ты спала прошлой ночью? Хорошо спала? Да, спасибо. Блеф, я не видел тебя прошлой ночью. Прошлой ночью в... Они друг друга все пиздят, они врут вообще всем трем по-разному. Один говорит, а в комнате была, менту говорят, что в комнате была, это говорит, что в комнате была, нам сказал, что кот уходила, так говорит, что она ходила с ней, тут говорят, что она сидела с нами. Что за вообще происходит-то, я не понял, алло, блядь. Я была в своей комнате. Можешь спросить Лекси. Это напомнило мне, я думаю, что нашла твою книгу. Она называется «Он прошел сквозь тени». Так, а почему ты думаешь, что это мое? Твое имя написано на внутренней стороне обложки. Ебать, это не поспоришь. С этим не поспоришь ни в коем случае. Даже они все друг другу врут. Так, ну-ка пойдемте к Рейну. Миссис Галлахер. Неожиданное удовольствие. Как долго вы планируете быть здесь? Ну, в городе? Я действительно не знаю. Пока Таро не скажет нам уйти. Или же пока вы не выгоните нас. Сука, мерзкий. А как вы узнали, что Дорота умрет? Ну, мы не знали, что она точно умрет. Только то, что ей определенно грозила смерть.
Карты Таро могут многое рассказать вам, если вы знаете, что ищете. Ну окей, сука. Так, Лекси? Привет, Виолетта, все в порядке? Не обращайте внимания на беспорядок, я только что собиралась навести порядок. У тебя была приятная ночь? Ой, отлично, спасибо. Комната действительно прекрасна. Так, но ты же не была в этой комнате. Не та... А, это она блефует, в смысле, это она берет на понт. Так, а я тебя не видел вечером, ну-ка. Я оставалась здесь. Я играла в пасьянс с Бронвин. Она просто берет и все это на ходу расхуячивает. Она только что красила ногти, она просто выдумывает. Я была здесь, играла в карты. Красила ногти, смотрела телевизор, съела собаку, ну что угодно, скажет, лишь бы не пиздеть. Да, я играла, и она выигрывала. Я не то на самом деле нажал, я промахнулся, я хотел стрелку сейчас набрать про ногти, ну ладно. Так мы теперь можем пойти к Бронвин спросить, что она типа пиздит же. А, мы уже не можем сказать, что она пиздит. Так она же пиздит. Она сказала, что спала, на самом деле она сидела там. Так, ну окей. Поехали сюда. Что по времени? Надо заканчивать. Да? Мне подвигает, когда надо заканчивать. Так, окей, давайте закончим. Сейчас сразу начну записывать следующую серию. Не знаю, как это сохранится, не сохранится. Я уж, а то мало ли что случится. Но мы должны еще за трех человек быстренько в этой главе все посмотреть и перейти во вторую и начать там расследовать. Там уже будет сама бабенка, скорее всего, которую убили. Это интересно, это мне очень нравится, это прикольно сделано, это сразу за несколько, сразу за всех участвующих персонажей можно посмотреть все на все события их глазами. Это прикольно, и составить, получается, действительно того, кто прав, кто виноват, то козел, а кто упырь. Ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, на твиттер, инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, не забывайте про колокольчик, ставьте там все уведомления, и всем трешли, все, ребятушки, всем пока. Раньше здесь был мат.